Когда утро началось не с кофе, не с рабочих звонков и даже не с привычного рабочего места. Свой новый день прекрасная половина регионального правительства начали в горзеленхозе с высадки цветов. Акция это в рамках субботника проходит. Они сейчас занимаются забивкой кассет для дальнейшей посадки рассады в них. Это происходит, каждый год мы все забиваем эти кассеты. И в этом году вот нам тоже помогает. Помочь решили охотно. Без особого труда женщины-министры, глава районов и их замы сменили деловые платья, юбки на джинсы и свободные кофты. Вместо каблуков – кроссовки. Без зазрения совести надели перчатки и приступили к работе. Любой субботник – это наведение чистоты, порядка. Это создание красивого места возле своего дома или возле своей территории на работе и так далее. То есть это очень полезное мероприятие, я считаю. Вообще часто цветы приходится сажать? Да, я очень люблю цветы. Цветы, как призналась, любит и министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова. Причем не только получать, но и выращивать. А работа с землей приносит министру истинное удовольствие. Это очень приятная работа с землей. Я безумно люблю цветы. Безумно. И с удовольствием пересаживаю это дома. Поэтому я думаю, что каждый член правительства, который работает на благо региона, должен знать все виды деятельности, которые реализуются на территории Ульяновской области. Отсутствовали на привычном рабочем месте с утра в этот день не только женщины-руководители. Мужчины у нас тоже участвуют на других площадках. На других площадках используется это ямочный ремонт асфальтопокрытия, это вырезка деревьев, поросли и так далее. То есть это не только акция женщин-членов правительства, а всех членов правительства Ульяновской области. После того, как министры забили кассеты, начинается второй этап – пикировка. Ну а дальше цветы, высаженные прекрасной половиной правительства, будут украшать улицы города. Рената Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.